Ганна. Левка. Расскажу-ка я тебе историю. Давным-давно у старого пана была дочь. Вскоре у него появилась новая жена. Мачеха была недоброй по отношению к дочке пана. Падчерице приходилось работать как мужику. В конце концов, мачеха выгнала падчерицу из дома, потому что дочь пана узнала, что мачеха ведьма. С горя паночка утопилась. Теперь каждую ночь паночка ищет свою мачеху ведьму, чтобы отомстить ей. Как страшно! Пока я с тобой, тебе нечего страшиться. А давай свадьбу сыграем, Ганна. Отец не разрешает, Левка. Что бы придумать? Но и других женихов пан не подпускал к Ганне. Ну и нужна твоя дочка. Левка пошел гулять по поселку и встретил саму утопленницу в окне старого дома. Хлопец, я знаю, что тебе нравится Ганна. Я могу сделать так, чтобы отец ее не помешал вам. Но ты должен помочь мне. Найди мне мою мачеху, ведьму. Она, как завидит меня, сразу в птицу превращается. А перед другими она просто ведьма. Мачеху мою ты опознаешь по черным волосам Левка. А вот же она. Это она, спасибо. О том, как утопленница помогла Левка, о том, как закончилась история, вы узнаете, прочитав книгу «Майская ночь» или «Утопленница» Николая Васильевича Гоголя. Вы навчили.